Я вас приветствую, дорогие друзья. Короче, за мной работает несколько дней наружка. Значит, разными машинами. Понятно, там и Спия развлекается, и СИС, и так далее. Сейчас, короче, будем брать одну машину в плен, потому что реально запарили. И сразу будем оформлять запрос в Генпрокуратуру, чтобы они объяснили, на основании чего они работают за нами. Так вон он, нет? Погнал место. Кемза. А? Да, Кемза. Он может нас спать, а? Низкий. Народ. Да, Дегемняца в этот упресс, да? А? Ну ком, а? А сколько? Встать и демняться Лукрес, хоть он из Пунди приедет. Кому ж его кем наряду, а муж и сдавил приедет. Смотри, смос. Лофат свой до детства? Да, да, все. А? Не, сейчас мы за ним поедем, запарил. Сейчас где-то мы его это самое. А увеличь номера. Угу. А? Да, есть. Ну, к Сувады, туда к Свете, сигур, а? Да. Да, да. Да, Лафаца Лайла, да? Да. Хорти Бин. Батил Мина. А? Конечно. Добоецкому винет, что фотографят его с успоретой червецкой схемы. Убери зум. Шантаж сам. Вот вы видите, да, как он работает и сваливает, как бы испугался чувак. И знает, попал в это самое. Не знаю, куда едет. Сейчас посмотрю. А куда... там тупик, да, по-моему? Нет, там база. А? Там база. Посмотрю, куда. Упрежь. Вот дучил. Я когда звел. Человек же куда-то едет, если ему надо. Не, ну что значит куда-то едет? Слушай, он сидит с ночи, следит, блин, куда-то едет. Смотрите, да, как технично выходит. Что он это поговорить с этим всем, а? Вот скоро приедет. Надо скажешь, да, приедет. А, фузи. Филмязов. Алфимес. А? Филмяз, Сигур. Так. Смотри, а? Поняли, да? Как во время
что при Плохотнике работала наружка незаконно, что при Додоне сейчас. Далафац причислил этот, да? Дабко. Значит, номер QMZ 607, ладно, не будем его пугать полностью, а? Конечно, пацан. Ставили? Не фучно. А? Ну не фучно. А? Да ладно. Короче, не. Значит, дорогие друзья, короче, вы поняли, да? Значит, спокойно могли сейчас просто его остановить и даже настучать по шее, потому что, а вдруг это киллер, да, какой-то? Вдруг готовят похищение или покушение? То есть, вот это видео я отправлю в прокуратуру. И, значит, прокуратура пусть займется. А то они говорят, что они не работают ни за кем и так далее. Вот вы сейчас видели доказательства всего этого. Лицо видно, все видно. Лицо видно человека. Машина, все. Машина видна, вы видели, да? То есть он следит, значит, с 6 часов утра. Вчера была другая машина Volvo, которая тоже работала, сегодня это дача. У них пересменка была, просто запарили уже. Больше заниматься нечем нашим следственным органам.